Несколько минут назад российский актер театра и кино Антон Макарский сообщил о трагедии в семье. Сегодня утром ушел из жизни его дедушка, российский драматический актер Михаил Каплан. Народному артисту было 89 лет. Информация о его смерти появилась в личном блоге Виктории и Антона Макарских. Сегодня в 5:30 утра дедулечка ушел от нас. Мы успели прилететь к нему в больницу. Насладились тем, чтобы просто побыть рядом с любимым нашим человеком. Зацеловать. Сказать море добрых слов и попрощаться, написали супруги Макарские. Также супруга Антона Макарского отметила, что Михаил Яковлевич Каплан был профессионалом своего дела и примером идеального семьянина. «Никогда не слышала, чтобы он осуждал кого-то. Нам посчастливилось наблюдать его стабильно достойное поведение по отношению к каждому человеку. Наш дедулечка оставил нам в наследство океан любви и самый добрый пример отношения к ближним», – рассказала Виктория Макарская. Михаил Каплан скончался в одной из израильских больниц. В последние годы он проживал в Израиле, где и будет похоронен. Больше 40 лет Михаил Каплан служил в Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского, на сцене которого сыграл более 60 ролей. Кроме того, он один раз снялся в кино и занимался педагогической деятельностью, преподавал сценическую речь.